Всем привет! Понедельник, потная, спортивная. Бегу сегодня понедельник, девочки. Все, Владик в школу. Я быстро позанималась, сейчас надо тормозок собирать. Ух, а я сегодня еще дома. Представляете, какое это счастье, боже, боже. Мне на курсы аж в четверг. И у меня 3 дня, получается, будет свободных, когда Владька будет в школе, а у меня свобода. Фух. Так, все, начинаю собирать, и потом к вам еще вернусь. Так, у меня, как всегда, колбаска, орешки, и грецкие, и кащу. Яблочко, там хлебушек, булочка, водичка. Сейчас еще сюда сырок положу, но сырок в холодильнике там у мамы. Я пойду заберу и все упакую. Владю отправила. На места все поразложила. Сейчас я без фанатизма буквально так просто пропылесосю. И спокойно, в спокойной обстановке получу немецкий язык. Потому что вчера мне это совершенно не удалось, когда Владик никак не получается. Как бы я ни хотела, у меня не получается. Сейчас пока присяду, трошки я с вами поболтаю и дальше пойду. Слушайте, как я люблю быть дома одна. Я не знаю, это такое вот... У меня, конечно, у меня есть такое чувство, что все равно, вот я как бы над этим не работала, над тем, что нужно наслаждаться тем, что ты имеешь сейчас, у меня все равно есть вот это вот такие загоны, что я не в своем доме, да. Мне, конечно, по кайфу, я вот вспоминаю, когда вот мы в Украине, я дома в Сумах, вот это вот уже было ощущение такого, что это мой дом, не в плане родины или чего-то, а именно то, что я знала, что это моя земля, она по документам моя. Это пусть маленький дом, но он мой дом. Для меня вот эта сука, блядь, я не могу от этого избавиться. Ну, а что я должна от этого избавляться? Это моя сущность. Я даже когда натальную карту делала у астролога про себя, мне вот, я по сути такой человек, мне важно иметь свое. Это ощущение и знание, что это мое, оно мне придает такую внутреннюю энергию, силы. И, конечно, может быть. В Сумах так все и хорошо шло, ну, в плане развития финансов, потому что у меня вот это была такая вот такая опора, знаете. Хотя я центр открыла еще тут, там, как. Ну, короче, неважно, это такие уже рассуждения, мои тараканы в голове, но мне, конечно, важно, чтобы у меня был свой, что-то мое. Вот, например, Рома, вот он сейчас принял такое решение, ему говорит, мне по кайфу, я вообще не хочу ничего не покупать, не стремиться там к этому. Вот ему классно, когда вот это все арендованное, у него там одни задачи, да, вот у него там то, что он хочет, это совсем не связано ни с домом, ни с недвижимостью. Это он, в принципе, он такой человек, это вот сейчас он по-настоящему это может признать и мне бы нам сказать. А мне важно, чтобы был дом, ми, собственный, и не квартира. И когда сейчас вот я хожу, я такая, получаю удовольствие, кайф, я одна все вообще, когда тут тишина. Никого нет, я обалдею от этого состояния, а потом такая раз, и это состояние классно, такое нарушается таким вот, это ж не мое, я такая, Лена, пошла, тут вот моя сущность, я говорю, Лена, иди нахер, не мешай мне кайфовать от процесса, а она все равно бывает, такие мысли приходят, тем более сейчас лето, ну не лето, еще весна, но уже погода шикарная. И вот это вот ощущение, что мне хочется своя территория, чтобы я могла там красиво все поставить, столик, кресло. Я выхожу, пью кофе, наслаждаюсь своим вот этим всем. Этого тут нет, не могу это сделать, и поэтому вот так вот. Вы там спрашивали по поводу, ну это не мой дом, это дом Эбби, и я благодарна очень Эбби. Он говорит, что вы можете, ну это со мной, ну как я могу лезть? У Эбби свое видение, как должен выглядеть сад. Это вот он. Я же не могу туда прийти и узнаю там свои порядки. Вот. А, поэтому это все равно ощущение, что это не мое. Я не могу расслабиться вот в таком кайфануть, да, вот в таком плане. Ну ладно, ничего. Я думаю, что все будет когда-нибудь. И может не под этим солнцем. Все вернется, знаю. Нет, под этим солнцем. У меня еще будет под этим солнцем.
В общем, я такая ёбнутый мечтатель, который все равно вот такая хожу-хожу, кайфую-кайфую, потом такая вот такая мимолетная такая мысль может немного меня подопустить, а потом опять я возвращаюсь и кайфую. Вот. Поэтому вот это вот мечтаю постоянно. Я все время в облаках, я все время летаю, я все время вот такое вот это ощущение меня не покидает все равно. Я знаю, что это будет, но думаю, блядь, ну когда уже? Ну пора бы уже, ну как бы уже пора. Вот, такие у меня сегодня мысли. Напишите в комментариях, вы любите быть дома одни? Или вы любите, когда это все вошкаются, куёвзаются? Я просто знаю людей, которые вообще не любят в доме находиться. Нет, ну, это тоже нормально. Ну, как нормально? Это они такие, я вот такая. Мне в кайф. Я по-настоящему вот кайфую, когда я вообще одна. Что я сегодня буду готовить? А готовить я буду мясо запекать. Вчера Рома запекал себе картошку с луком, с мясом. Принес Владику. Владик мясо повыбирал, картошку не стал. В общем, сегодня я Владику запеку мясо, значит, в духовочке. Ну, сама чуть-чуть присоединюсь. Вот здесь только специи, оливковое маслечко, соль, перец, паприка. Все, это я еще утром замариновала. Сейчас поставлю в духовочку. И уже когда будет готово, еще притрушу сыром. Ничего больше здесь нет. Вот что получилось. Сыра у меня не оказалось. Я забыла, что Владька его вчера вечером съел. Ну, и так прекрасно, ничего страшного. Я себе сделаю салат из огурцы и помидоры. Владику сделаю из цикория. И будем кушать сейчас. Собрались мы на эрготерапию. Но Владик очень странный. Какие-то у него появились непонятные какие-то движения. Какая-то плаксивость. Необоснованная. Так что я не знаю, насколько сейчас пройдет хорошо наше занятие. Да? Пошли. Мы уже все без куртки вообще. Я не знаю, Владки даже одела вот с длинным еще рукавом. Сама все. Ну, 27 градусов. Я уже вот. Футболка. Лето. Очки. Солнце. Пляжа не хватает. Не хватает пляжа. Ехать нам с Владом на эрготерапию 15 минут на машине. Ну так, чтобы вы по расстоянию понимали примерно. Это в соседнем городе. Ну, он рядышком совсем, но тем не менее. Занятие длится полчаса. Но когда у Владислава нет ресурсов и настроения, то занятие длится вообще очень мало. Вот получается, мы сегодня приехали, а она говорит, как он, ну я же не буду обманывать. Обычно я хотя бы в магазин куда-то выхожу. Я говорю, сегодня не очень, но он очень перевозбужден был дома. Да, да. Сейчас, Владислав, жди. И она говорит, тогда, мол, вы не уходите, а оставайтесь здесь. Я говорю, хорошо. Ну что, у нас с ним позанималось 15 минут. Я говорю, мы приехали на 4 часа. Сейчас 16:15, она позанималась, вышла, говорит. Ну, он хорошо занимался, но я вижу, что ему больше не надо. В общем, ну окей. Хотя, в принципе, там можно было поднажать, конечно, еще. Ну и сейчас обратно 15 минут нам ехать домой. Вот такие занятия. Уже ночь. Приехали с занятий. Владик как скаженный вообще. Ну, он какие-то, у него какие-то странные движения, какие-то странное поведение. Он какой-то был беспокойный. Какой-то... Ну вот не такой, как обычно. Вот как-то еще странный. Да? То есть для меня каждый день это уже Владик обычный. Я его принимаю, я его уже знаю, какой он. А это для меня он был какой-то странный. Я вообще не пойму, чем... Потом долго плакал, какими-то то он плачет, просто вот такое слезливое состояние, то как будто что-то болит. И прямо это такое постоянно вот это. Потом у меня были занятия онлайн. Рома пришел, слышу я тоже там. Я все равно сижу, и через стенку мне все слышно. Я хоть закрыта, дверь у меня. Я занимаюсь, я сама не могу сконцентрироваться, потому что слышу, что там что-то бегает, что-то Рома там с ним спорит. Владка что-то кричит. Не знаю, вчера затмение было. Да, вчера. Ленка тоже мне сегодня пишет, говорит, как у вас дела? Мой, говорит, всю ночь не спал. Тоже, говорит, какой-то как дурной. Может, это связано с затмением, я не знаю. Может быть, какое-то обострение, может, весна, может, тут еще и пубертат. И все это вместе. И, короче говоря, навалилось. Я уже все...
потом купаться захотел. Пошли купаться, залез в ванну и сидит. Я включаю воду, он мне показывает, выключаю. Где-то вот еще долго сидели в ванной, он сидел, Владик сидел в ванной. И не хотел сначала включать воду, просто как бы сидел, думал, как-то так по сторонам, как-то такой взгляд был такой рассеянный. Я уже испугалась, думаю, ну мало ли что, может как-то приступ этот как-то вот. Я больше всего боюсь этих эпилептических приступов. Потому что с любым поведением мне справиться, в принципе, мне не страшно. А вот если такое, что будет угрожать там, да, вот жизни, мне, конечно, это очень беспокоит. И самое для меня такое страшное. Я смотрю, кому-то думаю, непонятно. Ну, в общем, вот такой у нас вечер сегодня был. Нехороший такой. Я была такая настороженная. Потом уже под конец, правда, уже в 11 часов у меня уже позвал лечь, уже мы лежали, уже такой был бусинка уже. Вот я смотрю, уже у него спала вот такая, такая странность. Я называю это странностью, да. Вот это состояние у него уже так вот уже опустилось, и он уже стал обычным Владиком, которого я вот знаю, с которым мы понимаем друг друга. Меня уже отпустило, потому что если бы он в таком состоянии заснул, я бы не могла спать, я бы постоянно бы просыпалась и наблюдала бы, что там происходит. Ну, знаете, как на, ну, материнское такое состояние, когда ребенок болеет и что-то такое, но не можешь спать спокойно. Так что все, заснул в хорошем состоянии, так что я тоже могу теперь наконец-то пойти спать. Все, дорогие мои, я желаю вам здоровья, спокойствия, чтобы сон ваш был всегда крепкий, а день был всегда хорошим, бодрым, здоровым, наполненным энергией и ресурсом. Как всегда, ваша Елена Абаева. Всех обняла, пока-пока, до завтра.